В этом году талантливому полководцу времен Великой Отечественной войны, герою Советского Союза Дионисию Сильвестровичу Наруцкому исполнилось бы 112 лет. О нелегкой, но очень яркой судьбе этого замечательного человека вспоминали участники торжественного митинга. Идеологический актив Солигорского района, депутаты районного совета, ветераны Великой Отечественной. Они собрались у стен средней школы номер 1 в день рождения прославленного земляка 18 октября. Местом для размещения мемориальной доски с именем Наруцкого это учреждение образования было выбрано не случайно. Патриотическому воспитанию учащихся здесь уделяется большое внимание. В школе открыты кадетские классы, где любви к родине учат не на словах, а на деле. Активное участие в мероприятиях, приуроченных Дню Победы и Дню Независимости, в акта памяти у мемориальной доски Наруцкому. Память о героях войны священна, и то, с каким чувством ответственности ребята и их наставники относятся к своему делу, заслуживает глубокого уважения. Почетная миссия открыть мемориальную доску выпала ветеранам Великой Отечественной, председателю районного совета депутатов и директору первой школы. Возложение цветов, минута молчания и слова признательности из уст тех, кто знает о войне не понаслышке. Позвольте вас поблагодарить от имени ветеранов войны города и района. Большое спасибо. Честь имею. Людская память – лучшая награда тем, кого уже нет рядом с нами, но чья жизнь внушает надежду на лучшее завтра.